Итак, продолжаю про Москву, про наш второй день, который был суббота, 29 августа. Мы поехали на ВДНХ. По обычному маршруту, который мы открыли для себя в декабре прошлого года, сели на Тимирязевской на монорельс и поехали. Помните, я вам рассказывала про Союз мультфильм, здание, которое мы проезжали в декабре, и я говорила, что там какие-то скульптурки советских мультфильмов. Я это все сняла с монорельса, и мы решили выйти на станцию монорельса, телецентр, по-моему, и попробовать попасть туда внутрь и пофотографироваться с этими скульптурками. Нам это удалось, ребята, туда можно попасть бесплатно, ворота открыты, заходите прямо к зданию и фотографируйтесь со всеми этими фигурками, очень классные, ну погоди, львенок там с черепахой Тортилой, и также почтальон Печкин и Карлсон. В общем, у Насти, как всегда, в попе детство заиграло, мама там просто вот так вот стояла, стыдилась, а мне-то что, я ничего не стесняюсь, спокойно со всеми фотографируюсь, обнимаюсь, целуюсь и так далее. Это у меня, конечно, такой открытый душевный порыв зародился именно в Лондоне, потому что там абсолютно всем на все фиолетово, чем ты занимаешься на улице, что ты делаешь, если это не нарушает какое-то законодательство. Поэтому я стала такая более раскрепощенной, и мне все равно, что обо мне думают люди. Да, уже под сороковник, говорят, ребенок еще, ну и что. Пофоткалась, остались классные, интересные фотографии, поснимала видео. Смотрите в этом ролике все, что там можете увидеть, и как я развлекалась сама. Видите, я могу сама по себе развлекаться. Едем дальше. На ВДНХ мы планировали пройтись по всем помещениям. Ну, какие там остались, мы думали, что согласно республике так и идет помещение, но потом поговорили с охранниками этого парка, и они сказали, что да, какие-то помещения все-таки принадлежат республике, которые готовы платить за то, чтобы их содержать в чистоте, реконструкции проводить, в общем, за все это платить надо. Поэтому осталось несколько, по-моему, Кыргызстан, Белоруссия, и, к сожалению, по следующей стороне мы уже не прошли. Мы настолько много всего там происходит и увидели, что, дойдя до середины, до фонтана «Каменный цветок», мы уже пошли в обратную сторону. Кыргызстан мы как-то прошли, там, по-моему, закрыто здание было. И зашли в белорусский павильон. Белоруссия все еще существует, там внутри находится такая небольшая выставка, по центру павильона там какие-то гербы и картины Белоруссии. А вокруг нее такие небольшие локальные магазинчики с продукции из Беларуси. В основном там одежда, белорусский трикотаж, лен и так далее. Очень все дорого, но вот нам понравились с мамой маленькие такие платья для маленьких девочек, там, я не знаю, 1-2 года. Просто шикарные такие узоры, и сделано красиво. Стоит 1000-1500 рублей. В принципе, в качестве подарка или один раз можно купить, но вот посмотрели платье на маму, тоже льняное, 8000 стоит. Не знаю, кто за такие цены. И знаете, еще такой, ну, никакая модель. То есть там просто вот так тупо идет колокольчиком. Не знаю, за такие цены. Мы не привыкли покупать за такие цены. Мы все покупаем по скидкам на самых последних распродажах. И вообще у нас все есть, и нам уже ничего не надо. Потому что все куплено на распродажах, и все есть. Поэтому даже в этот раз в Москве мы ничего так и не купили, даже на память. Очень мне понравились два фонтана. Летом, конечно, все утопает в цветах, в розах. И вот эти два фонтана, каменный цветок, я же люблю все разноцветненькое, а там еще вот такие, как бы, как это, изумруды или что это. В общем, как будто драгоценные камни, все украшено. Это просто... просто красота неописуемая. Я первый раз в жизни видела этот фонтан зимой. Он как-то, во-первых, он не играл, не работал, а во-вторых, возможно, он был закрыт. Но там каток зимой, поэтому на каток мы не заходили, и, может быть, поэтому я его сильно-то и не видела. А второй фонтан «Дружба народов» называется.
очень красивые. Золотистые такие девушки стоят всех национальностей Советского Союза. И по центру стоят Украина, Россия и Белоруссия. Практически, ну я не знаю, три народа великой страны, которые всю жизнь дружили. И что сейчас происходит в Украине и в Белоруссии, это, конечно, боль нашего сердца, боль нашей страны, боль наших людей. Но будем надеяться, что когда-нибудь в мире произойдет такая какая-то, я не знаю, природная катаклизма, может быть, пандемия, опять же таки, поможет всех нас вместе сплотить и с другими странами, и мы будем одной, единой, большой, дружной страной, дружной семьей. Хочется в это верить, по крайней мере. В общем, «Дружба народов. Фонтан» мне тоже очень понравился. И, ну, мы там пофотографировались, походили, мне еще подружка дала селфи-палку, и я там поснимала себя и снизу, и сверху. Учусь быть блогером. Блогером я никогда не была, если кто не знает. Я была видеографом и до сих пор им остаюсь. Много чего я нафотографировала и снимала на видео в Москве. Все это отправила на стоки, все это будет продаваться и уже продается. Поэтому, как бы, Москва это, так скажем, да вообще все мои поездки это можно назвать рабочей командировкой, рабочим моментом. То есть я хожу, развлекаюсь, ну как, по мере возможностей. Конечно, снимаю какие-то новости, если вдруг попадаются. То есть у меня уже такой опыт, где я вижу, вот это вот точно пойдет, вот это точно купят. Допустим, арбузы в ГУМе, которые валялись в фонтане, ну, декорирование такое, их точно купят, потому что это необычно, это нестандартно, это не новость, это не какое-то там мирового значения, мирового масштаба новостное событие, но это интересно другим странам. Это может быть интересно, и это могут купить как в Китае, так и в Америке. Еще что было интересно, это робот. В парке Зарядье сейчас стоят такие киоски с роботами, которые производят кофе. Ты нажимаешь там какой-то напиток, допустим, латте, я хочу латте, оплачиваешь по карточке, и он тебе готовит кофе. Это тоже интересно, потому что это новинка, это сейчас идет роботизация по всему миру, и увидеть, как работают роботы в других странах, тоже интересно. Поэтому какие-то моменты, вот просто Кремль, могут не пойти, потому что их много, во-первых. Во-вторых, ну, я взяла такую камеру, новую камеру себе купила прямо перед поездкой, ну, летом, в июле, Canon. Но линза, она нестандартная, необычная. То есть маленький такой Canon. Я купила его для репортажей, для фоторепортажей. Очень хорошее качество фоток. Но для видеорепортажей не очень. Камера это только для тех, кто снимает на одном формате, без зума. Вот так вот выезжать зумом очень неудобно, камера все равно шатается. Допустим, я веду какого-то человека, допустим, Кейт Миддлтон, да, веду вот так вот, и выезжать, чтобы навести на нее, очень неудобно. Двумя руками я должна держать камеру, поэтому на моей старой камере я вот так вот кнопочкой вожу, чтобы зум сам по себе выезжал, и все получается плавно. Но для видео вот эта камера не очень, зато фотки получаются просто отменные. EOS M50. Рекомендую. А так, для видео больше моя старенькая подходит камера, если вы пользуетесь зумом. Если не пользуетесь, если вы на стабилизаторе, допустим, на триподе ставите эту камеру и просто что-то там снимаете, тоже классное видео получается. Если без зума, ну, зум, он нужен для репортажной съемки, а я только репортажной занимаюсь, в принципе, пока. Может быть, еще что-то буду в скором времени изучать, осваивать или работать на кого-то не в репортажной, а в какой-то стационарной съемке, вот как сейчас я делаю. Это стационар называется, поэтому камеру поставил, никакой зум не крутишь. Но я отвлеклась, это я потом расскажу, наверное, отдельным роликом. Если вам интересны такие вот, как бы, технические возможности и, может быть, даже как снимать или еще что-то, пишите в комментариях. В этом я профессионал, у меня есть диплом бакалавр английского университета.
буду рассказывать, показывать. Если интересно, как монтировать ролики профессионально, тоже буду рассказывать и показывать. Пишите, я открыта ко всему, ко всем вопросам и готова поделиться своим опытом и своими знаниями. А пока про Москву. Москва, как много в этом слове для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. И вот в этом белорусском здании мы хотели, в принципе, покушать, там были драники, ну, в общем, белорусская кухня, но что-то как-то нам дорого показалось, по-моему, 2 драника 260 рублей, ну, по сравнению с ГУМом, нам показалось это дорого, а мы же с мамой такие скряги, ну, ужимистые, то есть мы стараемся экономить в пользу чего-то, лучше мы куда-то еще съездим, чем заплатим за обед 500 рублей, когда на эти 500 рублей можно, вот я, допустим, в ближайшее время собираюсь ехать в Карелию, это 1500 рублей, и 3 обеда, и я уже в Карелии, поэтому мы просто тупо пошли в магазин, но мы не нашли той еды, которую бы нам хотелось, мы хотели какой-то гарнир, плюс мясо или что-то такое, не нашли такой еды на ВДНХ, и мы пошли просто в магазин, там, кстати, на ВДНХ есть отель вот этот вот, Космос, знаменитый из фильма, как же он назывался-то, в общем, с Жанной Фриски, все позабыла уже. И за этим отелем находится магазин «Магнолия», и там есть готовая еда. Мы купили 2 окорочка гриль и покушали в парке рядом с музеем космонавтики. Мы хотели зайти в этот музей космонавтики. Мы даже зашли, посмотрели цены. Туда вход стоит 300 рублей для взрослого и, по-моему, 150 пенсионный. Даже были готовы туда пойти и посмотреть, что там находится. Мы любим космос, для тех, кто не знает. Но спросили, есть ли там кафешка, нам сказали, куда-то указали, на улице находится. Мы посмотрели на улице, кафешка какая-то, ну, опять же таки, там какие-то просто сэндвичи и бутерброды, гарнира, хотелось чего-то горяченького и дорого. И мы так посидели, подумали, сходили в этот магазин, пока пришли, пока покушали рядом с этим музеем, решили уже не ходить, почитали. Я просто в Google зашла и почитала, что там написано. Практически те же самые экспонаты, что и в павильоне «Космос» на ВДНХ, в котором мы были зимой. Если кто не видел, смотрите в этом ролике. В общем, решили не ходить. Может быть, когда-нибудь попозже сходим, но мы уже к тому времени устали, накушались и решили поехать домой спать, отдыхать. Ну и как прошел наш третий день, я расскажу в следующем ролике. Пока не прощаюсь с вами, до новых встреч!